Консольная навигация. Выбираем поручение. Основные, я так понял, это основные вот задачи. А это дополнительные. Вот я хочу пройти классика «Военный разум». Миссия «Глубины Марса». Надо пройти. Глубины Марса. Вот. Погнали. Это типа гиперскорость. Вот я вышел из нее. Если мы найдем место кормежки этого червебога, мы сможем выманить его с помощью фрагмента странника. Я просканировал территорию и нашел пещеру, ведущую к одному из тоннелей Зола. Завала, послушай меня. Я изучила журналы Распутина. Даже он с трудом победил Зола. Это не меняет суть дела. Мы остановим Зола и без помощи военного ИИ. Мы не знаем, на что еще способен Распутин. Стражи, я отмечаю странные помехи. Не знаю, что они значат. Я тоже их слышу. Дай мне минуту, я их проанализирую. Может, я смогу понять, что значит этот сигнал? Так, что это, они убежали, что ли? Ага, побоялись меня, убежали. Или мне устроили засаду? Эх ты, засаду устроили. Получше. Так, отлично. Я их завалил, идем дальше. Эх, сколько вас здесь? Попытаюсь справиться один. Умер. Чё за черная тень? Ага, я в камень стреляю. Держи гранатку. Ну, последнюю пулю попади. Ай, я не могу попасть. Да ё-моё, чё-то хуйня. Кривой я, не могу попасть. Помехи усиливаются. Теперь они образуют ритм. Ты тоже его слышишь, Анна? Нужно больше данных, чтобы сказать наверняка. Но да, возможно, это какой-то шип. Угу. Я думал, это можно уничтожить.
кристаллы полны энергии. Наверное, с их помощью они собирают энергию для Зола. Промазал. Как так? У меня попал через камень, прострелил. Эх ты! Эта реликвия полна нестабильной энергии. Попробуй бросить ее в кристалл. Кажется, бойцы Улья времени зря не теряли. Двигайтесь дальше. Судя по нашим сканам, впереди есть комната, где встречаются все тоннели. Наверняка это и есть место кормежки Зола. Вас понял, Зола. Следую вашим указам. Что-то мне в туннеле здесь... Я так и думал, сейчас будет засада. Камикадзе. Только посмотри на эти туннели. Зол достиг колоссальных размеров. Значит, он сильнее, чем мы думали. Тем больше причин остановить его. Ай-яй-яй! У дробаша мало пуль, что-то вообще. 13 пуль. Так, ага. Это я, наверное, зря сделал, да? Сейчас я тебе покажу мой дробаш. Блин, он вблизи безупречен просто. Да, сдалека, конечно, стрелять это еще то дело. Эх, ты сколько у вас тут, да? Давай.
говорили на устаревшем языке, о жреце по имени Нокрис, которого обвинили в ереси. Что Улей может посчитать ересью? Что-то связанное с воскрешением. Ага. Я суперспособность потратил. Ну ничего. Это что-то вроде священного места. Они готовят для Зола подношения. Надо уничтожить их как можно скорее. А, щит он ставил. Я думаю, что это он какой непробивной. Так, и что надо сделать с этим? Куда-то кинуть, да? Понял. Я попал. Ой, сейчас свалюсь. Ай-яй-яй, бежим, отступаем. Где Валь? Где он стреляет? Вон он. Классная пушка. Чё, всё? Победили? Место его кормежки прямо под нами. Я завершила дешифровку помех. Акка, Эйр, Юл, Ур. Страж — это имена. Древние могущественные имена. Мы не предполагали, что... Анна! Анна! Ва-бах! Так... Че, вступаем в бой? А, патрон нет. Че, кто следующий? Неуязвим. Блин, а я завалю его один. Думаю, что да. Лови. Где ты? Он неуязвим. А, надо вот эту штуку замочить, да? А как мне ее замочить?
Так, у меня патроны кончаются. Надо что-то делать, придумать. Ага, у него он сейчас должен вылететь, я понял, этот огненный шар, и шар надо в этот камень кинуть, я понял, все, давай мне шар. Есть. Патрон нету. Ай-яй-яй, патрон. Ой, здоровья мало. Так, я не должен помереть. В этом бою я точно не умру. Так, а вы-то опять, чувачки эти. Надо дробаш взять. Ага, опять камень. Их ты, кто это там так стреляет? Он теперь еще и стреляет, из брони, офигеть. Какие-то ботинки взял, броня для ног, отлично. Потом прокачаю. Давай, спускайся. Все, не хочешь спускаться? А, он опять в броне. Понял. Охренеть, у вас сколько здесь, чуваки? Ребята, у вас прям куча целая. Я с вами со всеми должен справиться. Ага, еще он камешек. Еще какой-то непонятный камешек.
этого надо завалить, чтобы тот камень разрушить. Да умри ты, блин. Осталось-то, блин, один быстрый, максимум два. Есть. Ух ты, как стреляет, шмаляет, как из пулемета прям. Где этот камешек? Вот он. Оп. Берем, берем, быстрее. Беги. А! Что такое? Есть. Все, тебе кранты практически, дружище. Тебе кранты уже. Ай-яй-яй-яй. Или кому? Или мне кранты? Нет, мне не кранты. Завалил его. Вон там, в центре. Там можно Ой. Разместить фрагмент. Так, а это чё у нас? Ага. Где ты? Слава свету! Зол направляется к комплексу Кловиса Брея и Распутину. Если Распутин умрет, копья не станет. Зол победит. Ну ладно. Я не доверяю военному ИИ, но нам необходимо устранить Зола. Будем бороться вместе. Что скажешь, Страж? Мы скажем самое время. О, можно прокачать. Шлем дали. Нет?
О, пушки какие-то новые появились. Пистолет, пулемет. Так. Дробовик, я хочу дробовик. У меня только первый ранг. Техника. Десантный корабль класса Аркада. Тачка, на которой я гоняю. Так, еще посмотреть. Я вот не знаю даже, как вступать или не вступать в клан. Пока не знаю, пока не буду ничего делать.